Девчулечки, привет! Начинаем новый влог. 33 градуса у нас. Жарища. Очень-очень-очень жарко. Что за пятно здесь? Очень жарко. Цветочкам тоже тяжело. В последнее время заелась покупать отрубевидный хлеб, но он почему-то очень-очень быстро пропадает. Больше покупать, получается, не будем. Так, сходила утром, взяла вот такие персики. Вот такие. Красивые. И бананы. Всегда беру зеленые, чтобы они доспевали здесь. Какой раз мне уже хочется гренки. В этот раз сделала с зеленью. Тут лучок, и укроп, и петрушка. Не знаю, с чем это связано, но вот хочется. Вот. Захаркина кашка. Надеюсь, у него на нее аллергии не будет. Еще раз говорю, да, что просто мне на нее проще. С ней проще работать. Я выкинула. Чай понравился, я его выкинула. Хотела показать, какой от Гринфилд. То свекрови мы увидели. Вот он. С мусорки достану. Что поделаешь? Вот это, девочки. Вот этот чай. Он, ну, нам понравился, очень вкусный. Он с чабрецом и мятой, что ли, идет. Ну, не так все бьет на самом деле. И в итоге ни чабреца, ничего там не чувствуется. Даже тоже мяты. Я думала, это какое-то растение, какой-то цветок, жасмин, чешу. Вот. Фрутоняня брала. Сейчас я ему вот эту сделала. Ханс. Яблоко с вишенкой. Просто ее не пробовали, поэтому я боюсь. А там я крутоняне брала с ленты. Вы же ее видели на видео, я показывала. Но она была шершавая упаковка, как будто подделка. Ладно, мы будем завтракать. Захара покормлю. Вот любитель швабрами ходить. Спать не по утрам вообще не дает. Ой! А как он сам так? А не суй туда пальцы. Или можно, я ж не знаю. Пошли, купальщик. Иди, где папа, иди. Кран надо открыть. Так он его держать надо. Цветочки красивые, да, вот эти вообще. Вода холодная. Смотри, да ты сейчас обалдеешь от счастья. Неделю уже без ванны, без купаний. Трусики снимем, да? А напор не сильный. Ты какой, как лягушка, глядь. Ноги раздвинул. Скажи. Холодная. Захарке нравится сидеть на этом кресле. Сиди. Все, не хочешь купаться? Ну вот, понравилось тут сидеть, он сам залазить стал. Балдеет. Ноги или растопырит. Можно чуть еще вот так разложить. В этом же, в гараже же, по-моему. Еще отпустить? А?
забрали кота. Вот он сидит. Брюс. 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 Ты посмотри на меня, он обиделся. Вон они, глазки. Глазки нашего кисточки. Потому что от блога будем травить. Я не могу, я села. Мячик решила отвезти вот этот туда. Вот меня видно. Значит, папа пошел домовушку от раптора разводить. Страшно, потому что он тоже черный кот, видите? Страшно, потому что главное, чтобы он не задохнулся. Симпатичная мордашка такая у этого котика. Сидит такой в травке. У меня классный прыщ, посмотрите, как индианка. Представляете, вот так вылез прыщик. Мои веснушки, конечно, все портят. Лицо такое, как пошкарябанное. Да, Захарка? Назад в совы. Конечно, зачем ты расстегнул? Назад всовывай. Мама снимает тебя, видишь? Это Захарчик. Мамин сладкий мальчик. Мамина пиндюлечка, мамина жапунечка. В общем, пока свекровь в гостях. На 2 дня едем к ним домой. Вот. Поживем там, Захар погуляет во дворе. Меня уже покусали ноги, потому что сначала, когда я обнаружила блох, они меня не кусали, видимо, они жрали Брюса. Да, Захар? Приехали к бабушке, как говорится. Только без бабушки. Ага, только без бабушки. Ну, Захар, где на игрушки. Пакет сделала. Этот надо как-то надуть. Mm-hmm. Что он слишком, он не такой должен. Тут на нем, ну тогда, я говорила, тогда не надо сдувать. Значит, коту. Где кот? Куда-то кот делся. Mm-hmm. Да, ну ты что, там же Марсик. В общем, коту на холку. Брюс, лекарство у нас налили. Ну, вот это, знаете, термоядерная вонючая такая. Да, кот исчез. Наверное, он вот сюда залез. Он, мне кажется... Надо же просто их разнимать, если они будут драться. Он тут сидел. Мы будем слышать. Однокомнатная, тяжело найти. Да, он не как обычно где-нибудь здесь вот сидит, мне кажется. Ладно, в общем, на холку нанесли. Потом я ему купила шампунь. Он такой. Для кошек против блох и клещей. Вот такие. Таурин и Л-карнитин. Я же вот сейчас коту хотела дать, а кота нет. Везде же решетки эти стоят, как их? В сетке. Он же не выпрыгнул в окно. А, вот это он, да, Антон? Или это... Нет, это не он. Все. Первую ночь мы переспали тут. Я Захарка тут спала. Это было что-то с чем-то. Захар ночью провалился. Вот здесь такая дырка. Вот я подушкой за этого провалился. Одна голова торчала, да, сынок? Потом второй раз он туда упал. Туда вот мы уже подготовились и подложили. Такие картины тут. Такие картины рисовала... моего мужа бабушка. Смотрите, какая красота. Видите? Вот еще красивые.
еще есть, но там уже не буду показывать. Я мыться. Вот это тоже. Вчера, по-моему, она уже попала в кадр. Захаркины игрушки. Так, девочки. Зубные щетки. Зубная паста. Так вот. Племянницы, крестницы мужа и его мамы. Кремушки всякие стоят. Я помню, ей дарила череш вот эти духи. Ну, как видите, она в основном Фаберликом пользуется. Практически все от Фаберлик. Я много чего не пробовала. Вчера себе купила вот такую масочку. Вместе с подгузниками и с пеленкой. Пеленка, кстати, такая хорошая. Вот такая вот 90 на 60. С таким рисунком красивым. Я Захарке взяла вот эти хаггисы. Пятерочку. И вот эти вот хэппи. 90 на 60. Вот эти. Вспомнили детство, взяли пеленки. Он уже сытся. Как конь. Себе взяла маску, чистая кожа. Распаривающая маска. Держать всего 3-4 минуты. Вот. Ну, самый раз мне. Мне кажется, это будет тверд ногами. Она голубая. Я думала, будет черная. Она голубая. Там не написано, что лицо должно быть салицин. Опять я не снимаю. Игрушки ему подоставал, а он не играет. Ну, пробежался. И все на этом. День слева. Потому что жарища. Его что-то укусил. Кто тебя там укусил? Опять свет включил. Зачем свет? Вот коридор, видите, нет ремонта. Просто побелка. Игрушки Захаркины. Вот он, бассейн Захаркин. Не надо включать. Ты же видишь, что светло. Вот это летняя кухня. Вот это. Это мой чай. Такие рыбки прикольные, что-то то ли целуются, то ли дерутся они. Не пойму. Друг с другом что-то воюют, они тем большие. Ой. Куда ты собрался? Захар. We'll be right back.
за продуктами съездили. Соберу. Чтобы знать, куда ложить. Ничего никуда не влазит. Вот. Фитнес. Так. И томатный сок. Плескается, сегодня уже понос у него. Чему-то вот пропадает, она то ли гниет, что-то вот плохо. Не в то время посажено. Там на солнце. Который я бы снесла, наверное, нахрен. Вот он огород. Девочки, мы приехали домой в нашу квартирку. Бабушки, когда ездили, мы там были всего 2.5 дня. Вот. Наш горячей воды нету. Смотрите, что Захар делает. Там, естественно, писаться нежелательно на диван ее. И вот я покупала вот эти пеленки. Сейчас так подумала. Постелю-ка я. Что диван уже вонять невозможно, но... Вот. Захар, слази, пожалуйста. Мама занимается уборкой. Давай. Этот. Сверху покрывалом постелю. И хочу, чтобы у нас этот побегал в трусах. Тем более у нас подгузников очень мало осталось. До зарплаты денег нет. Надо идти завтрак делать. Ой. Застелила я. Это с кроватки. Я ее, кстати, собираюсь продавать. Вот этот пеленка. Она такая на резиночке. С одной стороны только резинка. Положила она. Да. Ты будешь какать? Мы травили блох. Все. Мы ставили квартиру на 3 часа, потом еще раз вместе приехали. И муж открыл. Ему уже под конец тоже подперло горло. Идет, чтобы почитали книжку его новую. Называется «Мой дом». «Мой дом». Это тарелка. Тарелка. Это ложка. Ложка. Это чашка.
Это кровать. На кроватке надо спать. Это стул. На стуле надо сидеть. Это стол. За столом надо писать, читать. Это кукла. У Захарчика есть кукла? Есть куколка. Дальше. Это мяч. Мячик. Ты знаешь, что такое мячик? Ванная комната. Ванная. Купаться. Туалет. Писать и какать. Горшок. Захар должен писать и какать на горшок. Стекла эти все заляпаны. На этом я завершаю наш влог. Пока-пока.